Всем привет! Взял прибор Драги. Продается в такой коробочке. Нашел на Авито за 9300 всего. Внутри мягкая защита, тонкая. Сам прибор довольно-таки легкий. Два магнитика в корпусе. Кабель питания. Две магнитных наклейки. То есть вот как крепится. Прибор, как видите, купил новый. Тут еще индикации есть, когда зарядка, когда соединяется с телефоном. При покупке нужно обращать внимание, чтобы отверстие совпадало с гнездом зарядки. Как сказали, основная проблема — это когда оставляют в машине под лобовым стеклом, под солнцем нагревается, аккумулятор сдувается. Второе, тут написано, что ток зарядки 500 мА, тоже предупредили, что не нужно всувать в мощные зарядки. Видимо, там какой-то платы защиты нету. Подключают к мощным зарядкам. И аккумулятор также вздувается. Ну и опять же по отзывам читал, что у кого-то там не коннектился с определенными моделями телефона. Пока особо сказать нечего, ждите замеров. Всем спасибо.